Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на картах Таро, будет ли талоны на территории России. Ну, как 90-е талоны. Так, а то говорят, такие слухи ходят. Значит так, это Россия. Экономика. В каком состоянии на данный момент? Талонная система была, есть и будет ли? Так. Так, раз, два, три, четыре. Россия. Экономика, в каком состоянии, и талоны и были, и есть, и будут ли они опять, эти талоны, и что же будет. Так, начали. Вот она, Россия. Россия? В квадрате Малевича скорости ищет пятый угол. Ну вот, если видите, тут скорость, да, быстро надо. Быстро надо найти какой-то угол. Выход, можно так сказать. Они мечутся и сюда, Россия мечется и налево, и направо. Ну, можно так сказать, Россия загнала себя в угол. Только какой, да? Ужас, это карма. Теперь экономика. В каком состоянии в России экономика? Все украли до нас, называется. 12-й аркан. Красиво. Красиво, торжественно все украли. И видите, это вор и деньги у него, да? Тут получается, эти деньги в пространстве есть, но их нету. Но кому-то живется хорошо. Красиво все. Торжественно. Главное, чтобы баян был. Так, теперь в клубе. Теперь в каком состоянии? Это экономика такая. Теперь экономика. И что выходит с этой, с этим моментом? Деньги. Деньги, торжество. Ну, тут получается, деньги пошли. Это движение денег. Печатный станок, экономические, Россия, получается, экономически печатает деньги. Деньги пошли, это машина, это движение, красивое движение, печатать деньги. Десятка монет, динарий. А тут, видите, вот и вор, 12 аркан, и пустая карта, получается, кармически, это Россия сама себя обокрала, и красиво печатает деньги. И в клубах будут красивые праздники, походы, где будет играть баян. И Россия ищет пятый угол. Кошмар. Ну вот как это все можно сказать еще? Ладно, теперь талоны. Талоны в России. Были ли? Эти талоны были. Талоны, получается, семья, да, это всем хватило талонов, чтобы устоять. Ну, чтобы устоять, стоять, да, чтобы устоять и дух поддержать. Получается, всем хватило талонов. На семьи, это семейная. Ну, на семью там по 3-4 талона, на сахар. Я помню тоже это все. Теперь талоны. Красивые талоны. Смотрите. Видимо, красиво напечатают при разрушении экономики. Мы же про экономику говорили. И получается, красиво напечатают еще. Не жалко. Значит, талоны будут. Красавцы, богатые люди эту тему поддержат. Башня, да, это не только что, значит, упала. Но, значит, они красиво будут поддерживать экономику, печатая
Талоны. Да, идея хорошая. Значит, талоны будут. Вот видите, правильно. Поддержать красиво, чтобы не рухнула экономика. Вот. И красиво это все сделать. И еще пятый угол. Идея, это карта идея. Деньги с неба напечатать. Ну, бумаги. И Михаил Афанасьевич тоже сказал. Нарезанная бумага. Там кто-то написал из подписчиков. Спасибо вам, что вы смотрите меня. Я вам очень благодарна. Так, и что же будет? Что же будет? Склады. Смотрите, склады с обманом. Значит, продукты будут. Склады будут. И будут выдавать. Вот так вот. Значит, талоны будут. Такие карты вышли. Так, цыганский оракул. Скажите, пожалуйста, российская экономика в каком состоянии? Вот как интересно, они покажут. Тут раз Шурик Михаил Иванович, иди сюда, сделал, да? А тут кто кого сейчас сделает? Сейчас посмотрим. Россия. Как цыганский оракул характеризует Россию? Это Россия. Экономика. Печатные талоны. И чем это дело может обернуться? И что же будет? Что же будет? Видите, склады – это склад. Четверка монет – это склад, архив, помещение, где много чего с обманом будут находиться продукты, которые будут выдавать через идею. Так, Россия, которая ищет пятый угол. Скорбь, соперник, выбор. Это печальный выбор. Как же так? Куда же мы пойдем? Это девушка на кладбище. Может, что-то придумаем, подумали они. Теперь экономика. Экономика. Ну, тут, видите, влюбленный поет под окном, да? Кто сколько выцыганет, да? Или кто сколько споет? Получается, на телевидении говорят, что все хорошо, да? И главное спеть хорошо песню. Ну, вот я говорила, баян. Чтобы баян был. Ну, тут гитара, видите, музыкальный инструмент. Чтобы под музыку все это было красиво. Так, теперь талоны, встреча. Значит, нужно идти, зафиксировать, подписать. Это в ЖЭКе. Я помню, в ЖЭК ходила. И нам давали вот эти талоны. Это встреча. Значит, люди встретятся с талонами. И вот целую ваши ручки. Да, там один пишет, подписчик, интересный такой товарищ. Так, теперь, и вот идея. Ловить рыба, удача, деньги. Смотрите, получается, тут получается два подарка. Ну, как бы карта говорит, два подарка. Один подарок и второй. Значит, на разные продукты. Видите, рыбак из воды достает товар или деньги. Значит, будут талоны. И чем это все обернется, если это все с обманом будет храниться? На складах поджигать будут, бедствия будут, стихийные бедствия. Вот это и приведет к возмущению народа. Четко карты сказали. Вот вам и пятый угол. Распространяйте, пожалуйста, это видео. А то смотрите и не распространяете. Так что сделайте мне приятное. Да, так что будет... Будут склады, обманный товар поджигать. Это грабежи. Люди разозлятся, значит. Все. И балалайка не поможет. И баян. И начнется, наверное, нечто в России. Ну, кушать-то все хотят.
А что же будет после этого? Интересно. Так, что же будет? Что же будет? Цыганский оракул, скажите, пожалуйста. После этого бунты будут в России? Сейчас народ другой. Это раньше были терпеливые советские люди, а сейчас другие люди. Это 13-й аркан, смерть будет. Вот тогда и рухнет вся система. Видите, пятый угол найдут на кладбище. Вот это и есть последняя песня, последняя песня баяниста или балалаечника, или гитариста. Вот так вот. Это умершие люди, голод, да, например, может быть. Но видите, если погром, это значит уничтожение складов. Я так понимаю. И развод и девичья фамилия. Видите, да, тут помолвка. И получается, уже будут уже как-то шевелиться. Ну, все идет к этому, значит. Господи, какой кошмар. В общем, пишите комментарии. Очень интересные карты вышли. Я в шоке. Распространяйте, сделайте мне приятно. Я вас люблю. Я для вас стараюсь. Все. Значит, люди встретятся с красивой бумажкой. Все, всех благ.